радостью в голосе. Наша жизнь начиналась полностью аналоговой мире. Абсолютно не было ни телефона, ни мобильной связи, ни интернета. Ни по территории, ни по численности. Мы и там примерно от 4-5% занимаем. Но у нашего региона есть одна особенность. Вот только что вот буквально переговорили с одним из участников. Он говорит, я еле, Александр, не поверите, еле себя заставил. Я Давид Туганов, эксперт по инновационному и креативному менеджменту. Я являюсь сертифицированным специалистом в области дизайна мышления. Я являюсь организатором этого ивента, модератором и веду мастер-класс. Диджитал-директор Salem Social Media Максим Сальников. Это отличное мероприятие, особенно для локальных предпринимателей, для тех, кто хочет развиваться в креативной среде. Здесь есть какие идеи себе закинуть в голову, подумать их, а потом реализовать из этого какую-то концепцию, возможно, концепцию продвижения продукта, возможно, сам продукт придумать. Меня зовут Ирина Полина. Я считаю, что для каждого музыканта, который хочет стать предпринимателем, креативным предпринимателем, крайне важно оформлять собственную экспертность. Ведите собственные социальные сети, имейте промо-ролики, имейте профессиональные фотографии и видео. Устроился в компанию корпорации «Казахмыс» и внедрял проекты по автоматизации бизнеса, такие как Oracle. Меня зовут Крюков Андрей, я являюсь сегодня спикером мероприятия данного. Это на самом деле очень крутое и полезное мероприятие. Очень круто то, что видно сегодня много молодых предпринимателей, которые будут формировать в дальнейшем наше будущее. Потому что, создавая новые проекты, делая новые какие-то решения, они делают мир вокруг себя лучше и мир лучше, в котором нам завтра жить. Второй день практически. Мы будем с вами навыки прививать и осваивать. Второй день форума. Сегодня очень много полезной информации. Огромное спасибо всем спикерам, организаторам. Отличное мероприятие, здорово, что приехали такие крутые спикеры. Вчера я вообще была в восторге от того, что наконец-то к нам рассказал и объяснил, что такое креативная экономика CSR.